По сообщению пресс-службы компании «Водный союз», Курган ждут масштабные работы по обновлению очистных сооружений и магистральных трубопроводов. Именно поэтому в субботу, 8 августа, коммунальщики ограничат водоснабжение всех жилых домов и учреждений Кургана, Китова и Юргамыша, включая микрорайоны Тополя, Черемухова и Увал. Эти работы необходимы для подготовки к зиме. В основной части областного центра и селе Китова водоснабжение должны восстановить утром воскресенья, в удаленных микрорайонах – после обеда. Кроме того, первые два дня после отключения вода будет пригодна только в технических целях, потому что в ней увеличат концентрацию хлора.